расплат делают СКТ. Хуни танкуют всех и вся. Триггер еле пытается выйти. Вульф в опасности, по нему играет Свен, у него мало здоровья. И Вульф погибает. Так необходимо, чтобы слегка вырваться вперед. Да господи, Пенат, пощади ты Перкса. Ну сколько можно выбегать из этого леса? Но здесь нет уже вышки еще. Появление героя. Ну три дожи топора. Быстро, ну и драть. Свен играет, минус Реген, Реген мимо. Опять, ну что за механика, Свен, где исцеление? Дается исцеление, уничтожен Свен совершенно. Даже идет рейв, Пенат включает Рагнарёк, подкидывает Лулу Свена, и Свен погибает. Пенат себя чувствует, как дома в стане врага, четверо его бьют, но ему абсолютно пофигу, потому что Пенс бежит дальше. Снеги, пытается дать, вульф погибает, минус, но здесь Бэнк сзади. Стреляет по всем. Мити в опасности. Бэнк пытается играть по инспекту, но Трико все-таки забирает. Первое убийство. Погибает и Фейкер, потому что Галю не дает ТП. Вайют роллинг Галю. Пенат не чувствует урона совершенно. Танкует сильно Свен. Ультует, конечно, но никого не оглушает. Минус 3. Минус Свен. Эксперт также может сейчас погибнуть, что и, скорее всего, произойдет. А нет, он выживает. Но Фейкер настает уроны налево и направо, обеспечивая команде СКТ победу. Последние линии они могут заканчивать. И СКТ на стиле играющие, даже не в полную силу, обыгрывает своих оппонентов 16-8 до 30 минуты. Игра заканчивается. Так, ну пока мы не видим, где находится Flash Wolves. Так, здесь ММД. И корни мимо. Как так, Flash Wolves? Да. Таунт ММД еще берет на первом уровне, но Хаунсер это уже вряд ли спасет. Не уходит, не уходит. Кому убийство? Оп, касса. Все, да, стрела неплохо по Бьёрнсену, Бьёрнсен минус, Бьёрнсен минус. Вчетвером, как синхронно. Так, хорошо играет Бьёрнсен. Стрела еще идет по нему, но Бьёрнсен выходит. Вау, появление героя. Идет вперед ММД, Хаунсер подстревает, по нему стреляет Бетти. ММД пытается подойти дальше, но Биофрост находится с левой стороны, что нельзя сказать о Свордарте, потому что он находится с правой. Вот это да. Меня просто стрела. Так еще и драку дадут. Ничего себе. ММД еще будет толкать сейчас врагов. Это уже минус Байфрост. Бьется в опасности. Сискель пытается выйти. Еле-еле спасается. Но спасается ли? Хаупенцер здесь, допустим, его вообще четвером бьют. А пытается, кажется, как-то Сискель побить. ММД летит вперед. Что это было, Игорь? Что это? И парировали неплохо атаки друг друга, но Бьёрнсен промахивается чармом по Бетти сейчас. И плечо к плечу в итоге. Неплохой таунт идет от Хаунсера. Мейпл мало здоровья. Карса прикроет его или нет? Да, прикрывает. Но здесь есть Свордарт, который прекрасно дает свой ультимейт, но жертвует собой, потому что Байл твердо прожимает свой скачок. Плечо к плечу от Шен, но Шен подкинут. Здесь Карса сражается сзади Басинца. Бьёрнсен флотки. Бьёрнсен убивает ДБС Свордарта, но Байл твердо уже погиб. Бетти расстреливает Байл просто. Хаунсер пытается таунтить. ММД ему в этом помогает. Бьёрнсен убивает Мейпла с другого фланга. Все сумбурно. Карса находится сбоку. Карса или Санскерин? Кто же выиграет? Карса или Санскерин? Карса! Синий баф выиграл! Синий баф! Flash Wolves все-таки выигрывают драку. 3-5. А тем временем-то падает у нас старший дракон. Влетает Бьёрнсен. О, забирает Бьёрнсен. Вот это да. Они успеют, потому что ТСМ сюда не успеют подходить. Играет здесь Бьёрнсен с чармом, пытается, но здесь забирает все-таки Карса, Барона, драка сумбурная, Мейпл флешивается, но забирают ММД, сейчас могут немножко ТСМ развернуть, Бетти здесь уже как же не Бетти выживает. Он забирает все-таки двоих, это удивительно, ангел-хранитель есть, Мейпл будет не помогать, Бетти больше никого не забирает. Карса! Карса ловит чар! Минус 3 четверти здоровья! Карса со скачка выходит еле-еле. Вот это ошибка! Сизерон, конечно, будет пушить нижнюю линию, но ловят ММД! ММД! Вообще умер только что ваншота практически его. Слишком сильно пробивает Бьёрнсен. ММД в ловушку встал. Ну как так? Балтёртл забирает его, у него киллинг спри. Прыжок Карса, будет ли нет? Но все-таки пытаются стилит, удар. Стилит Мейпл-то барона на Шора! Вот это да! Я смотрел только на Шреда, честно говоря, на Лисина, которого он не давал прыгнуть. У него нет QSS-а. То есть, если... Бьёрнсен играет скачка, Мейпл, но появление героя идет, Хаунсер в опасности, ММТ опять будет под фокусом, и опять... Ну, Мейпл погибает со скачка от Хаунсера, Хаунсер добивает его, идет искупление, и дальше уже играют неплохо. Бетти погибнет, это минус игра, скорее всего. 2-0 размен на такой стадии игры является фатальным, друзья. В очередной раз Flash Wolves в лейт-гейме не могут победить. И в очередной раз аналитики, которые спрогнозировали неправильно. Жаль, конечно, жаль. Flash Wolves здорово играли. Ловит два хита вышки, но Слейзи стоит. Крит дает один товерхит. Даже не словил. А в спину-то сейчас заходит Талия. Талия играет по Слею. Что же делать? О, Бласо, Манта где? А его же и нет.
Так. Вау, вот это здорово от гигабайтов. Она уже сдвигается к себе. Напряги готова использоваться. Вот Зи, он ее использует, добивая Старка. 957-й все не получает килл. Левин нажимает скачок. Будет ли ультимейт? Пока ультимейт, он использует плотную. Просто засунул Физа свою дробовик и выстрелил. Убил Физа 1-1. Размен. Маргаритка здесь. Она готова танчить вышку. Оптимус забрал. Отдай. Отдай Маргаритку. И герой идет. Даун. Но идет по троим неплохо со скачка. По конте будет играть. Слей готов раздамаживаться. Есть у него выход на поклон. А он есть. Здесь рекорд идет. 957. Леви лишь может дымом своим попытаться кого-то спасти. Рыба по Слею. Старк пытается идти вперед. У Старка немного здоровья. Он будет использовать свой таун. По двоим. Зи падает. 957. Забирают Старка. Все-таки 2-1 размен. Так, Слею надо быть попраднее. Здесь нет его союза. Ловушка. Ловушка очень неплохая. И Слей она зонит. Поэтому он ловит стан. И вынужден прожимать скачок. У него мало здоровья. У тебя на тарче идет. Остальные сталки троих. Может ли он под вышкой долго продержаться? А нет, Мистик забирает вышку. И выход на поклон. Здесь вряд ли кого-то убьет. Акула здесь идет совершенно в ноль. Стена прямо отзонивает Леви. Разыгрывается, и он играет. Там был основа обман. Он танчит очень много. Забирает Оптимуса. Забирает практически Леви, но он еле выживает. А нет, и Арчи падает. Это размен 5-0. Выживает даже 957. Тест-таймеры слишком большие, 22 секунды, но Слэй здесь ничего не сможет сделать, точно. И все-таки, да, все-таки, друзья, World Elite уверенно обыгрывают оппонентов, несмотря на сумбурное начало. Берг стоит на миде, по нему играет Джейс, играет со скачка Бьёрнсон, как положено, делает все. Берг сдает скачок свой, правда, ну, ему уходить уже здесь абсолютно некуда, пошел уравнитель. Ой, какая хорошая. Звен подставился, еле живой остался и догорит, мне кажется, догорит, нет, Битя догорает. Звен еле-еле выживает, прям совсем на чудодейственный ХП. Биофрост поймал момент шикарный, Трик распахивает свою грудь, дает ульту Грагас, Свен Керан еле живой, Свена забирают и в итоге размен 1-1. Жесть на Биофрост полке. Подходит сбоку, пошла подвязочка. Очень хороший уравнитель, бомба-комбо, прекрасная, Хаунсер играет по Звену, поджог Звена, будет здоров, встал в Джоне, но уже скачка у него нет. Сейчас Хаунсер здесь должен погибать очень быстро, но щиты подходят, и ТСМ просто разворачивает эту ситуацию. Трик идет вперед, замедляет Берст, а вот такая ульта от него прям. О, Вайлдёртл выпрыгивает вперед, и сейчас по нему пытаются сыграть, но не получается. По мите играют его, взрывают секунду. Сзади стоит Звен, хорошая ударная волна, но продолжения нет, и было очень поздно. Пытается по Маргаритке сыграть, сейчас опасно старшего пытаться добить. Свен Скерн может и подставиться, пытается урон какой-то нанести. Кто пересмайтит? Ну, забирает старшего дракона. Свен Скерн сразу дает скачок. Кейтлин стреляет, у Кейтлин безумный абсолютно урон. Эксперт дает бочку на замедление, ульта Зайрен на развороте ТСМ, но сейчас очень опасно. Звен может реально всех убить. Ему нужно совсем чуть-чуть времени. Ударная волна. Ни по кому. И скоро будет и Верн. Верн будет скоро. Достаточно. Но хватит ли времени? Эксперт играет по Бьёрнсону. Выталкивает его. Минус Бьёрнсон. Европа готова побеждать прямо сейчас. Вайлдёртл не выживает. Звен со скачка идет вперед. Хаунсер и Биофрост здесь долго не выстоят. Ударная волна. Европа побеждает Америку. В такой же мучительной затяжной драке. Но они воплотили свой стиль. И они смогли. Стрела пошла от Эр. Очень агрессивно играют гигабайт. Телепорт идет уже от Лебланки. Сурдар долго атаковать не может. Галио сюда прилетает. Летит вперед и Мейпл. Но гигабайты очень глубоко. Все подставились. И все сейчас будут здесь погибать. Очень сложно будет это сделать. Слей играет со скачка. По-моему, никого сейчас не убьет. Флэш Вулс просто переигрывают противника в хлам. Они сейчас могут сделать драку 5-0. И абсолютно здесь Бетти может квадру сделать. И делает квадру. Ульта от Варуса неудачная. Нами ультует. Сейчас Леви может и сыграть. Но Бетти со скачком уже здесь, пытается парчи развернуться, Оптимус тоже здесь, играют по Бетти, дальше подходит Грейвс, Нами добил, гигабайт пытаются выйти, но Карсы играют со скачка, по Карсе разворачивается, Леви погибает, башня на топе, о, по Карсе играют, неплохая попытка от гигабайтов, Карса может погибнуть, Леви пытается выйти, но скачок в стену дает, это неприятно, тем не менее гигабайты пока живут в этом файте, тут у нас идет герой, прилетает, играет по ММД, даблкил делает Лебланка, Старк Бетти не протанкует, и Бетти просто не остановим. Скачок есть. Скачок, 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 скачок дает. Но тут уже и Мейпл парчи сыграл. И Бетти тоже здесь. Что вытворяют Флэш Волс? Очень глубоко заходят, забирают Старка. Но Десантра получает ульту, получает белочку. И стрела. Герой прилетает сюда. И пытаются там нами забрать. Мейпл забирает. В другой части драки Бетти со Старком идет дуэль.
эту дуэль нечестная. Рядом стоит Лулу. Леблант, кстати, погибла. Варус ее добил. Леви. О, стрела по Старку. Но Старк и не против потанковать. Алессандра сбоку заходит. Варус промахнулся своей ультой. Старк продолжает танковать. Прекрасно здесь держится Гигабайт. Вот сейчас выиграют дальше Мейплы. Ой, могут убить Слесла. Еле живой, но успел дать скачок. Тем временем Оптимус запрыгнул в драку. Пытается по Бетти доиграть. Погибает Оптимус. Уже ничего не мог сделать. ММД танкует. Но сможет ли он танковать так долго? Да, сможет. И команда его убивает всех Гигабайтов. И может быть даже не нужно идти на барона. Но, друзья, 22-5. И отличная история Золушки, но, к сожалению, Золушки бывают только в сказках. Гигабайт Маринс покидают этот турнир, занимая 5-е или даже 6-е место. Оп, Аллен идет, сразу идет. Оп, хотят со скачка Конди. Фейкер доджит. Кокон, надо еще пару автоатак, а тут Пинат со скачка. По Зиею играют, ничего не получается. Два убийства отдают сейчас. Хорошо, я имею в виду... Да, весь дайв от Сиэй, он, правда, задайвил Фейкера и не погиб. Плохая позиция. Оу, Фейкер двоих все-таки стянул. Пинат сбоку ульту успел дать, Кольты взорвали. А вот и Фейкер начинает включаться. Так, ульта Люцена почти умирает. Бэнкла взрывает стрела Эш. Он рассчитывал на Вульфа, но Вульф ошибся. Вульф выплевывает Ариану. Ариана ультует по двоим, и сейчас СКТ просто выбрасывает драку. Очень плохо. Минус Фейкер. Очень плохо. Это прям совершенно плохо. 11-5 сейчас будет счет. Ничего уже Грейнс не сделает. Это хорошо, но тем временем Бэнк играет по Зею. Зея добирает. Ариана его забирает. Шен тем временем там Кенчи добил. Ариана очень плохо утонула. Только 977-го. Бэнк погибает тоже. Хуни пытается как-то здесь протанковать. Остается пенат Фейкер и Хуни. Даблкил для Фейкера. Мистик стреляет сзади, но сколько танкует Хуни. Фейкер все еще жив. Дал по мистику со скачка. Пинат играет. СКТ пытаются спасти драку. Но, по-моему, такую драку даже СКТ спасти не могут. Шен ультует. А может быть и не успеет. Пинат! О, нет! Нет, World Elite! Только не опять! Только не снова! Хуни идет вперед! Даунтинзит! Зиро! Ой, как все плохо для World Elite. И минус Эздрель, правда. Но Хуни Зиро добивает. И... Хуни, сможет ли выйти? Ульта! Бау! Минус Хуни. Ой, Бен красиво играет сейчас. По Конди разворот. Пинат загрустили. Красиво играет. А где же был Вульф? А вот и Вульф тоже сейчас погибнет. Ульта Ариана Зея не добивает. Сейчас прилетает сюда Галио. Будет ли разворачиваться СКТ? Разворачиваться уже поздно. Сейчас погибнет Хуни. 907-й таунтит. И это конец игры, может быть. И... Пока живы, конечно, СКТ, но это были твои слова. Все, спокойно, по вышкам. Фейкер тоже в минус уходит. Был скачок, он его не успел нажать. Не успел нажать на очищение вовремя, нормально. И World Elite выигрывает этот матч. Оп, Мейпл играет по Wild Turtle. Стрела Эш попадает по Биофрост. Биофрост прощается с жизнью. Стрела по карме. Спасибо, Wild Turtle. Идет сюда рыба, ульта Шена. И доедает рыба сейчас карму. Wild Turtle. Тот же Петя такие подшашки. Сюртл погибает, Карсон или живой. И вот Карсон начинает играть. Опа, Бетти хотят сыграть. Скачок пытается выйти, но очень много всего потрачено. Бетти как красиво выходит из-под ганка. Сарасвен Скерн погибает очень быстро. Лулу ультует, выброшен Бьёрксен в драку. Летит сзади у него за спиной. Хаунцер погибает, стреляет Wild Turtle. Но стрелять он долго не сможет. Бьёрксен убить всех тоже по Бетти. Wild Turtle сыграл, но Бетти очень аккуратен. Тем временем огненный дракон. Здесь нет Грейвса, чтобы его украсть. И Карса его забирает. Карса! В Атертле все еще нет магического сдвига, выкидывают Шена, но Шен-то не настолько изнанкован. Очень быстро умирает Хаунцер. Свет Скерн поймал стрелу. И сейчас, по-моему, ТСМ могут никуда-то и не пройти. Поднимаются рыба по Хаунцеру. Хаунцер со скачка таунтит Мейпла, но там очищение, неудачная цель. Хаунцера очень быстро заберут. И уже танка нет, а без танка очень сложно будет что-то придумать. Свен еле живой, пытается выйти. Свен должен погибать, как и Бьёрксен. По нему со скачка играет Бетти. Бетти в жоне становится Бьёрксен. Дальше идет Бетти. Райс дал ульту в мили. Погиб тоже. Флэш Вулс будут в плей-офф. Три команды из Азии. Азия продолжает доминировать. Америка и Team Solomid не выходят из группы опять.